Хе-хей, всем привет, чуваки, с вами снова Бэмби. В этот раз мы в DCS World на самолете А10C. И это у нас вторая миссия компании Каменный Щит. Ну, просто по первой миссии какие-то выводы сделать довольно-таки сложно. Ввиду того, что в первой миссии я прослушал лекцию о том, что и так знаю, я осуществил посадку с видом на восходящее солнышко. И все. Поэтому решил глянуть еще и вторую миссию. И делать уже какие-то выводы по компании. Поэтому давайте приступим. И сейчас наша задача — это обычное патрулирование. То есть вот я должен пролететь по этому маршруту и отработать в случае, если появятся какие-то угрозы. Кстати, приступать. Тем более я уже и на аэродроме стою, запускаться не нужно. Единственное, что требуется, взлететь, и все. Давайте взлетать тогда. Снова солнце светит. Газку. Давайте разгоняемся. Энфилд 2-6. Занимаем 5000. Следуем в район. Либерти Энфилду 2-6. Понял. При входе в район задания не пересекайте границу воздушного пространства. Повторяю. Не пересекайте границу воздушного пространства. Эх, солнышко. Praise the sun. Не пересекать. Обнеся ссылку, поняли. Да ладно. Энфилд — это, кстати говоря, пары F-18, которые разведку ведут сейчас. И по целеуказанию которых я должен работать, в случае чего. Давайте набирать пока высоту понемногу. И что нам еще делать? Приберу чуть-чуть обороты. Топливо, я смотрю, залили только полбаков. Так что экономия не повредит, я думаю. Ой, не тот режим автопилота. Стримшот, Форт 5-1. Подходим с юго-запада. Удаление 7. Запрашиваю посадку. Видим, кстати, Форт 5-1. Бодрые такие радиопереговоры в эфире. 120 градусов, 1,3 метра в секунду. Давление на площадке 752,3. 752,3. Посадку разрешаю. Слингшот, принял вас. Либерти, Спрингфилд 4-7. К взлету группы готов. Жду разрешения. Спрингфилд 4-7. Либерти, взлет разрешаю. Либерти, Энфилд 2-6. Занял 5000. Прошел ППМ-3. Прием. Энфилд 2-6. Понял. Переходите на слингшот. Удачи. Слингшот. Это Энфилд 2-6. Прошел третий. До четвертого полторы минуты. Энфилд 2-6, это Слингшот. Приветствую, вас понял. Продолжайте задание. Энфилд 2-6, понял. Энфилд 2-7, право 90, идем вдоль реки. Он, кстати, может Стрим наблюдать. Это Энфилд 2-6. Зафиксировал облучение с земли. Обнаружены ЗРК Бук и С-300. С-300 взял на сопровождение. Энфилд 2-6. Вас понял. Продолжайте наблюдение.
случае опасности немедленно уходите. Тут показывается вся информация об этих самолетах. Их тип, их координаты, их высота и так далее. Очень удобно может быть. Да, кстати, если кому интересно, как я вот перемещаю карту на TED, это нажатием China Head вперед можно перемещать карту, то есть она не привязана к нашему самолету, и мы можем выбрать все, что нам нужно. И можем также вернуть, когда карта центрирована относительно нашего пепелаца. Слингшот, я Энфилд 2-6. На выходе из Гали наблюдаю скопление техники с третьей колонны. Судя по излучению, восьмая двигается в сторону границы. Прием. Давайте-ка на всякий случай настрою. Энфилд 2-6. Вас понял. Продолжайте наблюдение. И Диполи, и ЛТЦ, поскольку... Я точно не знаю, какие там угрозы могут быть. Поэтому лучше диполи одновременно с ЛТЦ отстреливать. Так оно побезопаснее будет. Коль 7-1. Красные заявили, что у них учения и техника идет на полигон. Однако разведка считает иначе. В любом случае, меры предпринять нужно. Ваша задача — разрушить мост через реку Ингури. У вас сведован по 2 ГБУ. Этого должно хватить. Правда, я TGP вот только поставил на прогрев. Давайте сразу включу главный. Через сколько у нас TGP-то прогреется. Используйте ГБУ-31 для уничтожения моста. Давайте используем. Я думаю, сразу по маршруту пройду. Поскольку неизвестно, как тут вообще скрипты работают в этом плане. Может, мне нужно по маршруту пройти, чтобы все скрипты сработали. Как раз может к этому моменту и TGP прогреется. Хотя, конечно, надо сразу после взлета его поставить. По идее-то. Учитывая то, что сейчас я как раз на второй ППМ, потом развернусь на боевой, там третий ППМ, четвертый ППМ. Да если TGP не выставится, по идее, я могу и за счет вот активного сенсора на ИЛС поставить точку спи. Тоже довольно удобно может быть. А вот уже TGP выставился. Даже ждать особо не пришлось. Значит, сейчас пройдем по маршруту. Отработаем. Мне, конечно, вот это излучение не очень радует, которое довольно-таки близко находится от нас. Ну да ладно. Крайняк я увернуться смогу. Я надеюсь. Давайте сейчас на третий ППМ. И потом отработаем уже на четвертом. Сразу выберем ГБУ-31, режим воздух-земля, 4 ППМ, наводим TGP, в принципе и так стоит, целевой ППМ сразу на нашей цели, по идее точку спи могу поставить и уже работать. То есть даже TGP мне, если так посадить, и не требовался, поскольку вон она, точка спи. Если я мог откидаться по самой ППМ, и это было бы весьма успешно. Ну ок, давайте сейчас продолжать двигаться. И сброс. И вывожу. Вернее, не вывожу, а разворачиваюсь на 180 градусов в данном случае. Поскольку там
как нам уже сказали, имеются средства ПВО, с которыми мне бы не хотелось пересекаться в данный момент. Тут там воздушную цель еще наблюдаешь. Воздушные цели нам ни к чему. Ты развернулся на 180 градусов. Давайте наблюдаем. Вау, хлобысь. Ну, как по мне, мост выглядит достаточно разрушенным. Коль 7-1, отлично. Возвращайтесь, посадка на свингшот. Угу. А сейчас посмотрим, что я там причинил. Бочком развернусь только. Задание выполнено. Завершить. То есть я могу без посадки уже совершать через F10. Но как же без посадки-то? Посадка — это то, что самое интересное. Ну, хотя мои уже подписчики ее 100-500 раз видели, так что я мог бы завершить, но это как-то... Я не знаю. Да где там картинка? А, вот. Давайте глянем. Ну, мы, в общем, видим то, что... Большая часть моста, конечно, уцелела, но вот эта разрушенная секция. По идее, техника может просто взять по этому мосту, поехать и вниз попрыгать с него в воду прямо. Так что, да, думаю, ни к чему мне этот мост дальше доламывать. Давайте лучше пойдем на посадку. Икс. Слингшот, это Энфилд 2-6. Техника свернула с дороги и остановилась недалеко от границы. Прием. Они, видать, не хотят принимать водные ванны, водные процедуры, поэтому и свернули. Сейчас, это уже не моя забота. Моя забота сейчас посадку осуществить. Вот, кстати, знаете, я вот подумал мысли насчет этой компании высказать. Я вообще смотрел вот западную ветку на тему отзывов. Ну, западную ветку форума имею в виду, на тему отзывов того, что это вообще... компания себя представляет. И знаете, многие люди высказываются, что данная компания довольно простая, ну куда проще, чем даже как и The Enemy Within для A10C. Может, старые добрые подписчики помнят такую компанию, как я ее проходил. Она такая довольно сложная была. И я даже соглашусь с тем, что вот компания Каменный Щит выглядит, ну по крайней мере на данный момент, куда проще, чем компания The Enemy Within. То есть, вот если бы в компании The Enemy Within, как бы все это дело обстояло, я бы получил координаты с расположением цели, создавал бы целевой ППМ, ну, используя эти самые координаты, и уже работал бы по созданному целевому ППМ, или мне давали бы азимут удаления от опорной точки, я бы через офсет также создавал бы целевой ППМ, используя этот азимут удаления, и также работал бы. А в компании Каменный Щит мы, как видим, целевой ППМ уже создан за нас. То есть единственное, что от нас требуется, это по целевому ППМ отработать и возвращаться на посадку. То есть минимум операций. И все это довольно-таки просто выглядит. То есть сами смотрите, нравится вам уже такое или нет. Простота данной компании в освоении, назовем это так. Ну и также учитывайте то, что и миссию можно завершить еще, не осуществляя посадку. То есть, для тех, у кого, видать, посадка очень сложна, он может просто взять вот F10, нажать и закончить миссию, и не осуществляя посадку даже. Или если кому-то просто лень постоянно лететь на посадку и так далее, данная опция тоже может понравиться. И также я посмотрел... другие миссии, глянул их описание, брифинг и так далее. То есть те миссии в этой компании довольно-таки разнообразные, что не может нас не радовать. И как мы видели, в ней довольно-таки много переговоров, что опять же меня радует. Altitude. Meters per second, runway 09.
Опять летает передо мной, блин. Ладно. Выравнивание, минимал и выдерживание. Щитки. И миссия выполнена. Немного оттормаживаемся. Отлично. Ну вот на этом все. Как я уже говорил, полностью я данную кампанию не планирую проходить. И какие-то выводы и догадки насчет нее я уже вам высказал. То, что кампания, как по мне, это довольно-таки простая. Ну, на данный момент она выглядит. И судя по отзывам западной ветки, данная кампания попроще, чем кампания The Enemy Within. Так что сами смотрите. Также много радиопереговоров. И все это выглядит довольно-таки интересно, как по мне. Ладно, чуваки, надеюсь, это видео было кому-то интересно. И всем спасибо, всем до свидания.